Всем доброго дня, в эфире новости ММА. Конор Макгрегор высказался о своем реванше против Нейта Диаса. Макгрегор сравнил победу Диаса в их прошлом бою с выигрышем в лотерее. «Я рассматриваю эту встречу очень серьезно», — говорит Конор. «Парень просто выиграл в лотерею в прошлый раз. Он знает это, и знаю это я. 20 августа я получу свою месть. Я с нетерпением жду этого. Я надеюсь, что он не будет снова одевать эту дурацкую черную футболку, из которой он никогда не вылазит. Парень носит одну и ту же футболку последние 20 лет». Хабиб Нурмагомедов выступил с критикой действующего чемпиона UFC в легком весе Эдди Альвареса. По мнению Хабиба, Альварес избегает встречи с ним и хочет получить более легкий для себя поединок. «Я думаю, что Альварес хочет сделать денег и подраться с кем-то типа Макгрегора или Диаса», — сказал Хабиб. «Я понимаю его, он хочет немного подержать пояс, но UFC дала ему титульный бой, когда у него был послужной список из двух побед и одного поражения. Он проиграл, затем одержал две победы подряд и получил титульный бой, потому что он претендент номер один. Но теперь я претендент номер один. UFC должны дать мне чемпионский бой, а он должен принять этот бой. Но я не понимаю, почему он не хочет встречаться со мной. Я думаю, потому что я могу его вымотать, перевести его в партер и победить досрочно. Он понимает это. Он и его тренеры понимают, что я нахожусь на другом уровне, и он не хочет боя со мной. Это 100%. Эдсон Барбоса, занимающий шестую строчку рейтинга легковеса UFC, готов принять вызов Уилла Брукса. «Я хочу получить бой, который приблизит меня к званию претендента номер один», — заявил бразилец. «Если в UFC скажут, что я должен драться с этим парнем, чтобы приблизиться к титульному шансу, тогда почему нет? Но как я уже говорил, я предпочитаю драться с тем, кто опережает меня в рейтинг. Впереди меня 5 парней, и я надеюсь, UFC даст мне одного из них. Если вы посмотрите на рейтинг, то поймете, что так будет лучше для моей карьеры. Я должен драться с лучшими». Что касается следующего претендента, то я думаю, больше всего титульный шанс заслуживает Тони Фергюсон. Он был активнее и постоянно с кем-то дрался. Хабиб слишком долго был вне игры. Я думаю, ему надо провести пару поединков, чтобы получить свой шанс. То же самое могу посоветовать Уиллу Бруксу. Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Шейн Карвин готов возобновить профессиональную карьеру после 5-летнего перерыва. «Я поручил менеджерам дать знать UFC, что рассматриваю возможность своего возвращения», — заявил Карвин. До новых встреч, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей в мире смешанных единоборств.